Всем добрый вечер. Пришли наконец-то причиндалы для моей камеры новой. Вот. Здесь несколько посылок, которые собрали в одну почему-то. Не знаю, почему они так делают. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что там. Ну вот, один пакет я сняла. Видите, теперь распаковываем каждую посылочку. Давайте вместе. Почему так делают, я не знаю. Это у них, видимо, как-то так удобнее. В общем, начинаем. Вот, смотрите, пришел аквабокс. Это линзы. Вот это вот крепление. И вот это вот, на секундочку, в простом пакетике было. Это на 5 с лишним тысяч. Это колесо управления и Wi-Fi модуль. На упаковке даже ничего. Вот это вот стоит 1000. Вот это повторю. Это где-то 300 что-то. Ну вот это, конечно, мне нравится. Фух, знаете, еще хорошо, что вообще дошло, что сейчас творится с посылками с Алиэкспресс. Это у меня просто шок, честное слово. И условия, и доставки, и логистика их не, это что с чем-то просто. Ладно, давайте приступим. Смотреть, что о чем. Так, ну вот, смотрите, это вот Wi-Fi модуль. С помощью которого вы можете управлять камерой через телефон. Вот. Когда не подключено, горит красным, когда подключено, зеленым. Подключается очень просто. И то есть вы в телефоне можете управлять камерой. То есть любые какие-то там режим устанавливать, все вы можете делать на телефоне, в то время как у вас камера, допустим, стоит где-то стационарно. Смотрите, поставила я уже камеру на штатив, то есть здесь стоит у меня переходничок, который пришел чуть раньше для вот этого вот Bluetooth модуля. То есть сам Bluetooth модуль нельзя закрепить на камере, на штативе, а только с помощью вот этого переходничка или с помощью вот такого вот крепления. Вот. И этот переходничок я заказывала раньше, он стоит тоже что-то около 200 рублей. Вот. И вот такая вот крепление, прищепка, это для того, чтобы можно было на лямку рюкзака или там вот на карман камеру. В общем, такое вот еще крепление. Так, ну вот, поставила я этот блок управления. Здесь такое колесико, которое вот на телефоне, видите вы, да, то есть оно регулирует положение вверх-вниз и переключается вправо и влево. Это удобно когда вы ходите с этой камерой, то есть телефон в кармане или там, ну, не знаю, в сумочке. Вот этот режим, он однократным нажатием
в режим селфи переходит. А этот я еще не разобрала, что он делает. То ли горизонт уравнивает, то ли режимы переключает. Ну, в общем, разберусь. Это у нас блок управления наш. Смотрим, что у нас аквабокс. Я его вытащила из коробки вот. И вот в такой вот штуковине здесь лежит сам аквабокс, куда мы вставляем камеру, когда нам нужны подводные съемки, и снимаем защитный чехол. Это крепление для селфи палки, я так понимаю. Еще нужно разбираться. Все цивильно, шикарно. Так, и давайте же посмотрим наши линзы. Сейчас я их открою и посмотрим. Так, ну вот смотрите, вот в этой коробочке лежал вот такой вот бокс с линзами. Сейчас я их открою, и мы с вами поставим и посмотрим, что же это и с чем его едят. Все достаточно просто, то есть пыжиться не надо, ничего не надо. Так вот вставливаем и открываем. Такие они маленькие, я вам не могу передать словами. Я почему-то думала, что все это больше гораздо. Хотя и камера маленькая, конечно, но... В общем, смотрите, вот картинка на телефоне отражает картинку с камеры. Вот. Это у нас что? Десятикратное HD, что-то там, это увеличение, я так понимаю, да? Ну, как их снимать, такие малюсенькие? Это увеличение, да? Вот, видите? То есть это у меня камера сейчас. Вот на таком расстоянии от картинки. Вот что мы видим на телефоне. Это для макросъемки. Так, ну давайте откроем. Ух ты! У меня ногтей-то нету. А, сейчас вот это вот я вынула. Рыбий глаз. Fish eye. Что он нам дает, я пока еще не знаю. Выпуклость дают. Вот. Так. Ну и третий, я так понимаю, это широкий угол остается. Они их приклеили каким-то образом тут. Достанешь. Я так понимаю, это широкий угол.
это вот то, что добавляет угол обзора. То есть с ним и без него. Запомнили, когда? Ну, не намного, я скажу. Не намного. По поводу линз, что я могу сказать? Ну, вот рыбий глаз, он, конечно, мне не очень, наверное, нужен будет. Ну, так, если что-то, знаете, прикольное снять. Я заказывала, потому что без... Вот если бы заказ по отдельности, то есть они приходят без бокса. А мне хотелось с боксом. И я подумала, ну, в распродажу я заказывала. И думаю, там как раз, ну, то на то и выходило. Я думаю, пусть уж ладно будет с этим рыбьим глазом. Зато они будут все как бы, ну... Ну, вы поняли, не будут болтаться сами по себе. Вот. В общем, вот так. Кому было полезно, я очень рада.